Последствия ураганного ветра и ливня, которые обрушились на областной центр в минувшее воскресенье, городские службы устраняли в течение всего следующего дня. От электроснабжения в результате разгула стихии оказались отключены 17 многоквартирных домов в районе ТЭЦ-3. Из-за короткого замыкания на линиях электропередач было обесточено 20 трансформаторных подстанций, обеспечивающих потребителей многоквартирных и частных домов в районе улицы Минской и поселка Дальний. Электроснабжение восстановили сотрудники Евгорэлектросети. Сотрудники аварийно-спасательного отряда зафиксировали падение 10 деревьев. Обошлось без жертв. Также произошло падение двух опор, принадлежащих Ростелекому, одна из которых упала на автомобиль. Это все в городе Тейково произошло. То есть подавляющее большинство отключений было ликвидировано уже к 2 часам ночи. То есть в основном были задействованы бригады и в Горэлектросеть, и МРСК от центра Приволжья. По прогнозам синоптиков, в ближайшие пару дней сохранится вероятность грозы и порывистого ветра. Напоминаем, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номерам единой диспетчерской службы, которую вы видите на экране.